Здравствуйте, в эфире «Место встречи» на телеканале «Регион». Сегодня гость студии Александр Кузнецов, генеральный директор предприятия «Оренбург-Скан-Сервис», депутат Оренбургского городского совета. Александр, здравствуйте. Добрый день. Александр, я рад вас приветствовать в нашей студии. Вы у нас первый раз в программе, но я знаком с вашим предприятием и даже знаю, где оно работает. В общем-то, мне так посчастливилось, что я побывал на, наверное, одной из крупнейших площадок постсоветского, инвестиционных площадок постсоветского пространства, в Михеевском руднике, где добывают медь, это, кажется, в Челябинской области. И, насколько я понимаю, телезрители наверняка не знают, но что туда уже вложены десятки миллиардов рублей или будут вложены, и там в том числе работает ваше предприятие. Сотни, да. Это правда? Да, правда. Но начать бы хотелось, знаете, с чего? Что как журналист, я частенько, естественно, лазю по интернету и вот, увидел такую информацию, что вот где-то в начале, в середине июня в Оренбург приедут не просто представители, а топ-менеджеры, то есть руководители такого всемирно известного шведского концерна, как автомобильного концерна, как «Скания». Ваше предприятие «Оренбург-Скан-Сервис», приезжает топ-менеджер «Скании». Вот кому мы обязаны такому счастью? Да, ну это, во-первых, обязаны нам, нашей команде. На протяжении уже 8 лет мы с ними совместно трудимся, работаем. Кстати, это уже второй приезд в течение года. Значит, складывается так обстоятельство, что эта поездка будет, как и инспекцию они будут проводить. И еще запланирована встреча у губернатора области. Есть предложения, которые будут обсуждать уже с губернатором Оренбурга. Предложения интересные для экономики Оренбурга. Да. Ну, ведь топ-менеджеры не просто так приезжают. Видно, какое-то расширение сотрудничества будет, да, я так понимаю? Да, сейчас рассматривается один вопрос. Это то, что мы должны, наверное, будем открыть свое представительство на территории Башкортостана. Это на трассе М5. На федеральной трассе, да. И совместно вот сейчас со «Скания Русь» ведем переговоры, обсуждаем. И сейчас какое-то будет именно принято решение. Ну вот, когда я был на Михеевском руднике, я там тоже видел вот эти вот огромные машины с маркой «Скания», и, наверное, не только их. Ваше предприятие там пришло туда всерьез и надолго, на этот Михеевский рудник? Это самое крупное строительство Михеевского, ну, постсоветского пространства. Это строительство Михеевского ГОКа, да, где будут вложены сотни миллиардов рублей. Это очень грандиозная стройка. Такого ГОКа еще не строилось. А вы там что делаете? Мы там являемся как генподрядчиками по строительству, по разработке месторождения. Мы строим там, ну, первое это разрабатываем месторождение, второе это строительство дорог, строительство водохвостохранилищ, очистных сооружений и всего-всего там очень много. То есть небольшой город делаете там, да? Да. Но сейчас с Оренбурга, там наших жителей работают около 1000 человек. Да. И они там же платят налоги? Нет, платим мы налоги здесь. И люди все оренбургские, вот все интересно. А как так получилось, что работают там? Да, ну получилось так, что да, в том году, в марте месяце, нас пригласили туда, на то месторождение, так как там работало несколько подрядных организаций, и они просто сорвали сроки. Да, и было приложение, которое, да, действительно нас заинтересовало, потому что это перспективная и долгосрочная работа. Тем более, то есть не на один год, да? Это не на один год, это совместное предприятие, ну, как совместная работа с русской медной компанией, которая занимается, в принципе, в России, она третья или даже вторая по производству меди, по добыче. Ну, я понимаю, Михеевский рудник это вот не первое и не последнее, да, месторождение, где вы работаете. Нет, у вас география обширная, да? Обширная география. Мы работаем именно что по горнодобывающей, да. Мы работаем на территории Башкирии, мы работаем на севере Екатеринбургской области. В этом году, наверное, мы зайдем первый раз на территорию Оренбургской области. Вот как-то интересно получилось, что наше предприятие, в принципе... Почти за 10 лет, да? То есть, вы везде уже успели поработать? За 8 лет мы везде поработали, мы везде работаем. Да. На Ямале даже были, да? На Ямале работали, в Новом Уренгое работали, в Надыме, в Ямбурге, Красносель-Куб.
Ну, это ЕНАУ очень большое, такая география работы у нас очень большая. Но вот такие проекты, вот самый крупный – это Михеевский ГОК. И если получится, то в этом году мы зайдем, наверное, на Гайский ГОК. Это за столько лет, первый раз, когда мы уже полстраны обколесили. И... Нет пророк в своем отечестве, но все-таки нас заметили. Да, но все-таки нас в Оренбургской области заметили, хотя мы известны уже по всей стране. Но все-таки я вернусь к своему вопросу по оренбуржцам и налогам. То есть, везде работают оренбуржцы, налоги платятся здесь. Если не секрет, вот какие цифры, потому что, я думаю, это интересно. Сколько вы платите? Ну, знаете, еще, наверное, года два, ну, еще, может, года два, полтора, может, три, да, и мы перевалим за миллиард. За миллиард рублей. Да, налогов. Тема, конечно, производства для вас, наверное, очень, наверное, близка, потому что, насколько я понимаю, вы стояли у истоков вообще вот создания вот этих своих предприятий. Ну да, да. Оно мне, знаете, и близко, и дорого. Это как любого человека, который взял, построил или что-то сделал, вырастил что-то, да, оно будет, конечно, оберегать, он будет болеть за это. Так и я. Но все-таки оно мне очень дорого. Тысяча человек работает, Александр. Это... Не, ну подождите. Огромное предприятие. Ну, тысячи, да. Тысячи, но у каждого работника есть еще и своя семья. И у каждого работника есть какие-то проблемы. Да, это очень, очень непросто, я вам скажу. И тем не менее, вот я познакомился, естественно, перед передачей с вашей биографией. Вы все-таки депутат городского совета. Угу. А вас можно найти данные и в интернете, и, ну, и так далее, на различных сайтах. Вы увлекаетесь, скажем так, не только работой, если так вот можно выразиться. Я посмотрел на сайте администрации города, вы были инициатором акции вот «Оренбургский олимпиец», где вот сейчас в преддверии школьных каникул, кстати, это очень актуальная тема. Вы знаете, ну, эта акция «Оренбургский олимпиец», это пошло вот в этом году, да, а до этого несколько раз, несколько лет уже проводили дворовый тренер. Ну, в этом году преддверие Олимпиады. У нас, святое дело. Да, святое дело, назвали это «Оренбургский олимпиец». И действительно, у нас уже есть опыт, уже наработки, когда, допустим, даже по тому году посмотреть, сделали дополнительные площадки спортивные, сделали там пляжный волейбол, начали футбол пляжный, поставили тех инструкторов, которые работали с детьми все лето. И понимаете, есть, начали вытаскивать, ну, грубо говоря, из подъездов, занять тех детей, которые просто бы болтались без дела. Я вот даже вечерами туда приезжал, когда идут, там у них там матчи, там они между собой, игры идут. Вы знаете, сколько народу собирается? Вы знаете, а так рассуждать, да, посмотреть, если бы вот этого не было, где бы они просто болтались. А здесь, да, заняты. И в этом году, да, эту программу расширили, так как... То есть она на городском уровне выходит? Я так понимаю, вы сейчас говорили про свой округ, да, Дзержинском нет, районе, это, нет? Да, это не на городской, это именно в округе будет. То есть, ну, Дзержинский район, вот Дзержинский там, район, где да. вы являетесь депутатом. Да. Это улица Джангидзе, Налиповая там. Да. И еще очень многие, допустим, также директора школ к нам обращались, ко мне лично обращались, так же, чтобы закрутить вот это все как можно побольше взять. Они посмотрели, что положительный эффект, говорят, у вас есть опыт, вы сможете с нашими детьми позаниматься, ну а почему не сможем? Конечно, сможем. Действительно, для меня было открытием, когда я увидел, опять же, на сайте, что президентом Федерации фигурного катания Оренбургской области является Александр Кузнецов. Вот после Михеевского рудника, после вот этих вот машин, там, которых там, я не знаю, Валуев потеряется рядом с ними, да, с этими огромными грузовиками, после вот этого общения, да, и вдруг неожиданно, не просто с клюшкой на лед, а именно вот на фигурное катание. Как так получилось? Да, ну, знаете, значит, возглавил я фигурное катание, Федерацию фигурного катания в прошлом году, в 2012 году. Знаете, должна быть какая-то отдушина, потому что постоянно вот с этой с работы, с этими многотонными машинами, там, с экскаваторами, со всеми бульдозерами, понимаете, должна быть какая-то отдушина, и где-то что-то, чтобы душа у тебя отдохнула и запела. Приходишь на лед, смотришь, как выступают дети, как они в пластике, как музыка, сочетание. Это же, понимаете, фигуристов, у них тоже очень сложная работа на протяжении детворы. Чтобы он получил первый разряд, пройдет 10 лет. То есть от того момента, как момента ребенок встал на лед, до того, чтобы он получил первый разряд или кандидата, 10 лет. Вы представляете, сколько труда стоит? Это любо тоже дорого посмотреть, как дети трудятся, как они стараются.
Но это все под музыку, это все грация, это все красиво. У нас вообще есть вот в Оренбурге дети, которые, можно сказать, что это звездочки будущие. Есть звездочки, есть. То есть вы их даже видите? Ну, есть, да, у нас есть несколько девочек, которые выступают на первенство России, выезжают. В принципе, есть результаты. Но посмотреть то, что школа фигурного катания у нас в области, она, с одной стороны, да, она уже взрослая, грубо говоря, а лед-то появился только сейчас. Совсем недавно. Совсем недавно. И вот от того, то, что он как появился, там прошло буквально 6 лет, да, и у нас появились звездочки. Это же хорошо. Ну, в Оренбурге только одиночное катание или есть какое-то вообще развитие там, парному, там, спортивным танцам? Что... Вы знаете, значит, появилось в этом году желание такое, что на территории, ну, вот здесь, в Оренбурге, сделать школу парного катания. И мы сейчас с директором школы ездим, ищем, и, в принципе, чтобы сюда привезти в Оренбург достойного тренера. А такого нет в Оренбурге сейчас? В Оренбурге нет. Но могу немножко забежать вперед и сказать, что да, ждем приезд тренера в июле месяце, середина июня. Очень, ну, останется пока, не буду называть фамилию, но очень хороший тренер. И будем развивать уже парное катание на территории в Оренбургской области. И еще об одном вашем увлечении. Мне друзья рассказывали о ваших собачьих питомниках. Потрясающее увлечение. Что это? Хобби? Страсть? Что это такое для Александра? Нет, знаете, однозначно это не хобби. Это не хобби. Есть, да, действительно, у меня есть несколько пород собак. Это тибетские мастифы. И хаски. Ну, хаски, да. Хаски, да. В принципе, и те миролюбивые собаки. Хаски это вообще, вы знаете, это душа. Я не знаю, вот они до того радуются, когда к ним приходишь, когда к ним с ними начинаешь разговаривать. Собаки умеют разговаривать. Если бы вы когда-то бы услышали, как они разговаривают. Они начинают песни петь, они там начинают, ну, конечно, на своем, по собачьей, конечно, да, в них столько тепла, в них столько вот положительной энергии, это, знаете, такую энергию, по-моему, больше нигде не почерпнешь, только вот когда вот, играешься с ними, занимаешься с ними. Тибетские мастифы, да, конечно, там они спокойная такая, миролюбивая собака, их надо любить. Александр, и все-таки вот сколько мы с вами сейчас вот общаемся, сколько я разговариваю, у меня на языке все время вертится один вопрос. Как вот так получилось, что Александр Кузнецов стал Александром Кузнецовым? Откуда вот это вот появилась вот эта вот стратегия успеха Александра Кузнецова? И есть ли она? Нет же, знаете, я скажу одно, и как можно проще, да. Все получится, все, что вы делаете, если у вас сердце открыто людям, и вы хотите помогать людям. Спасибо. Гость студии был генеральный директор предприятия «Оренбургсконсервис», депутат Оренбургского городского совета Александр Кузнецов. Всем вам самого доброго. До свидания.